Наверное, каждый балаковец может, не задумываясь, назвать парочку мест во дворах, где ежегодно происходят повреждения на внутриквартальных сетях и по несколько раз за сезон производятся ремонтные работы по замене поврежденных участков трубы. Это вполне объяснимо. В нашем городе износ этих сетей составляет около 90%, а их собственник, муниципалитет, не имеет финансовой возможности проводить плановую модернизацию и реконструкцию. И такое происходит во многих регионах страны. Поэтому Т-Плюс выступает за подписание концессионного соглашения, которое позволит повысить надежность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения. Точечная программа, она определена там до метра, до гвоздя, куда эти деньги вкладываются. Мы там хотим реконструировать котельные, реконструировать сети. Собственно, это приведение такого в порядок теплосетевого хозяйства города. И региону всегда лучше и проще и понятнее, когда это делается руками и средствами Т-Плюс. Если регион видит себе и ставит задачу все-таки привести в порядок теплосетевое хозяйство, а не жить там от аварии до аварии. А программа инвестиционная не является приложением таких решений. Регион и город их контролируют регулярно. Это не так, что куда-то там деньги уйдут и так далее. Там существует система периодичности, отчетности, там, ну, более того, ответственности нашей за любые средства, израсходованные на это направление. Тема альткотельной и концессии стала одной из центральных в ходе онлайн-конференции генерального директора ПАО «Т-Плюс» Андрея Вагнера. Руководитель ответил на вопросы журналистов из 16 регионов страны. И многих интересовал вопрос, как этот переход скажется на тарифах. И главное, поможет ли снизить риск аварий на теплосетях. Хорошо то, что в Балаково, пусть даже для начала концессии, следом все равно перейдем с неким разумным отступлением во времени, все равно пойдем в ценовую зону. Концессионное соглашение, я считаю, тоже уже хорошо, потому что это тоже инвестиционный инструмент, который позволит сильно изменить ситуацию, которая в 2020 году уже в полную меру заработает. И дай бог мы войдем в Энгельс и Балаково с этими двумя новыми механизмами и ситуацию там тоже поправим. Концессии уже реализуются в некоторых городах, в том числе и в Саратове. Отмечается положительная динамика. Количество повреждений на теплосетях снижается, а снабжение потребителей горячей водой и теплом становится более стабильным. Все потому, что работа по замене внутриквартальных сетей идет с применением современных материалов и планово, а не по мере их повреждений, как это происходит сейчас в Балакове. Чтобы в нашем городе привести тепловые сети в порядок, необходимо около 5 миллиардов рублей. Понятно, что в бюджете города их нет и не будет. Поэтому для решения проблемы в ближайшее время планируется подписание соглашения о намерениях между ПАО «Т-Плюс» и администрацией БМР о концессии, после заключения которой теплоэнергетики смогут приступить к модернизации и реконструкции внутриквартального теплосетевого комплекса.